Привет, друг. С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Smotr Rage, все как всегда. И сегодня у нас будет краш-тест Rolls-Royce. Так что, если тебе интересно, присаживайся поудобнее. Желаю тебе приятного аппетита и приятного просмотра. Перед началом сразу хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. При регистрации вводи его большими буквами и получай 50 тысяч рублей на свой баланс. Сразу бы хотел поблагодарить за активность под предыдущей серией, давайте на этой наберем не меньше. Собственно, сегодня краш-тесты. Краш-тесты я вообще нигде не видел. Почему краш-тесты, не знаю, просто столько людей говорили, блин, ой, Rolls классный, давай заберу, типа. Очень много он внимания привлекает, и я решил просто его разбить, как бы. Вот, приехал я на специальную, типа, трассу, это аэропорт. Если честно, никого не видел, чтобы кто-то снимал на рейдже именно краш-тест, а тем более вообще в GTA 5. Может, и есть где-то краш-тесты, но я нигде не видел. Также мы будем в аэропорте ездить по разным точкам, чтобы получать какие-то разные количества урона. То есть мы будем заезжать, например, определенно в эту стенку, чтобы бок разбить либо полностью, либо жопой, либо боком. И будем смотреть, как бьется моделька Rolls-Royce именно на этом сервере. Также вы можете предложить интересные локации, где можно разбить ту или иную тачку. Первый этап у нас будет из того, что мы будем просто ломать вот этот забор. Второй этап мы будем ломать вот эти штуки. И третий этап просто будет с разгона в стенку. Вы можете сказать, Эван, блин, это же нереалистично, потому что это не Бимка или другая игра, где реалистично просто бьется тачка. Ну да, типа, если вот разогонимся просто, то максимум, хотя не, замялось немножечко тоже, да? Но если на меньшей скорости, то прям... Ну вообще нифига, номеру только немного досталось. Что я хотел этим сказать? Мы заходим в телефон. Заходим. А кстати, смс рабочая. А, не рабочая. Заходим в настройки. Просто листаем вниз. И здесь есть разрушаемость. Сток разрушаемость, средняя, сильная и BMG. Давайте сейчас проверим всю разрушаемость на сервере. То есть берем от этой линии и просто едем вперед. Нет, это слишком много. Давайте от этой линии. Вот. Это низкая. Бля, чё она так бьется? Средняя разрушаемость, давай. Неплохо, да? Уже полморды нет. А в жизни, конечно, так же не будет, но... Сильная разрушаемость. И самое вкусное, на что мы будем сейчас... На ней мы, вернее, будем сейчас все делать, это BMG Drive. Хотя, в принципе, она почти не отличается. Не знаю, почему они назвали средняя, сильная и BMG. Но я пока что ничего не заметил. Давайте вот, например, с этого расстояния первый раз попробуем. Разгоняемся. Ничего себе! А чё его так замяло? Офигеть! Это же просто сетка. Давайте еще раз. Ну, ты там же что-то врезался. Ой, капец! Смотри просто, какая там улыбка. Офигеть. Это просто сетка. Я не представляю, что будет с зданием на скорости. Окей, давайте жопой теперь попробуем. В принципе, вот здесь сетка есть нормально. Разгоняемся. Там было 60 километров. И жопы нет. Давайте еще морду добьем и сделаем мини-купер, пацаны. Оп. Все, пацаны, мини-купер, отвечаю. Смотри, какой маленький. Да не, давайте еще больше. А вот это можно? А, ну это уже бан, да? Смарт, не, смарт сейчас сделаем, подожди. Хотя, видишь, в это она не бьется нифига. А если разогнаться и... Так. А, вот. Ну да, она что-то в эту стенку не бьется так, как в эту. Сток разрушаемость? Ну, нифига, собственно, почти нет. Давайте попробуем среднюю. Разрушаемость. Просто летим. Ну да, средняя немного не так. Просто BMG. Можно еще раз? Просто BMG. Вот. А и вот эту. Не, ну это капец. Это капец. И мы еще, кстати, на этом заборе не протестили, что будет, если влететь в него просто боком. То есть сейчас мы возьмем разгончик. Разгончик берем и просто боком въезжаем в него. Неплохо так замяло, капец. Но с одной стороны это угарно, а с другой стороны, ну это капец. Ой. Бля, а чё с Ролсом?
Нормально? А чё по геометрии, пацаны? Офигеть. Офигеть. Смотри, чё с Розом. Офигеть. Ну, с BMG Drive в вот эту решетку, в забор этот врезаться я прям не ожидал. Давайте теперь врежемся в вот эту фигню на скорости, посмотрим, что же будет. Ну, кстати, ожидал я в большего, если честно. Его почти не замяло. Давайте еще раз. Ну да. И еще, если правый бок подровнять. Ой, промахнулся. Вот, прямо. Ну все, пацаны, теперь хоть ровно, кстати, да? Ровно. Значит, Морта здесь особо не бьется. Давайте сейчас попробуем чисто стиль марка, это называю. И промахнулся. Ну, жопой, короче, да. Давайте жопу проверим. Стиль марка будет после жопы. Ну, такое. Хотя бьется неплохо. Можно еще один мини-купер сделать. У меня настолько длинный и просто жирный этот Rolls-Royce, что я не могу боком на столб намотаться. Вот. Но это где-то было в районе задней стойки, но замяло прям неплохо, как вы видите. Ну, GTA пофиг, типа, пол кузова нет, замяло там все, как бы колесом чисто въехал. Но рычаги нормально, немножечко там они, немножечко поломались, немножечко там его вправо тянет. Вот. Идеально. Только это что-то очень быстро было, не? Давайте его сейчас сделаем максимально убогим, еще с морды добьем. Посмотри, какой он тоненький. Лайфхак, пацаны, если ваш Rolls... Вы тоже это видите, да? Зеркало в воздухе. Угу. Лайфхак чисто, пацаны, если... Чё за капец? Лайфхак, если чисто ваш Rolls-Royce не помещается вот в гараж, вы, в принципе, знаете, что делать. Не, ну, пацаны, как по мне, это вообще топовый Rolls-Royce. Я думал, рычаги вообще, как бы, в GTA 5 нету, и они не ломаются. Они сделали эту физику. Смотрите, я сейчас вообще никуда не поворачиваю, у меня колесо смотрит налево, вот это, а это смотрит прямо. Смотри, если я поворачиваю направо, это смотрит прямо, а это направо. Офигеть. Ну, сзади развальчик, это понятно. Я теперь вообще, кстати, поворачивать не могу. Офигеть. Остался у нас последний, можно сказать, экзамен у него. Это влететь в стену. Кстати, давайте еще проверим, что будет, если влететь в вот эту фигню. Ну, в принципе, не особо такого интересного. Кстати, можно еще проверить. Да, это не последний. Поедем, вот там же прыгнуть можно. И будет интересно, как он будет приземляться и как он будет биться. Давайте разгончик будем брать от этой линии. Вот где-то отсюда. Просто разгоняемся и летим в стенку мордой. Но если вот так посмотреть, вроде ничего нет, просто текстуры не прорисовались. Вот такой типа как бы мини Rolls-Royce, я бы сказал. Давайте теперь еще жопой отсюда. Летим. Честно, если бы я не разбирался в тачках, я был бы мелкий. И мне кто-то сказал, что это Rolls-Royce типа для города. Ну, конечно, диски другие. Rolls-Royce для города, типа он такой мини. Я бы поверил, потому что он смотрится как-то целостно. Капот маленький, то есть там стоит не V12, а стоит какой-то, не знаю, V6. Вот такой маленький сзади, спереди. Бля, а то реально, вот если бы Rolls-Royce был именно таким. Но смотрится же офигенно. Это для людей, которые хотят роскошь, но они боятся ездить на Rolls-Royce, потому что он длинный. Нормально? Нормально. Давайте разгоняемся сейчас, стиль марка попробуем. Опять это не стиль марка, это был стиль боком называется. Окей, давайте сейчас правым боком. Я просто рано дергаю ручник. И... Ой, вот это замялось, вот это замялось. Вот это сразу развальчик, а. Можно сразу на GDM выставку ехать, сразу просто. И давайте еще раз боком. Ой, хорошо. Смотри просто, что с ним, что за рыбка, алё. Давайте еще последний раз попробуем мордой. В принципе, больше не будем его мучить. Здесь. А чё, морда больше не бьется? What the fuck? Но мне кажется, забор может эту ситуацию как бы исправить и сказать, что он бьется. Конечно, я еще в забор бы попасть. А, еще попасть надо, как бы. Ну да, что-то там замяло. Ну такой вот Rolls-Royce, кстати. Бля, кстати, а чё это за значок? А, это, походу, это крышка.
которая открывает лючок, чтобы достать вот эту статую свободы. Публисва, статую свободы. Чего я сказал? Дух экстаза, статую свободы. Это бред, я даже это вырезать не буду, я хочу ставить. Короче, я хочу попытаться просто взлететь где-то. Вот, вот здесь, давайте здесь попробуем. И просто посмотрим, что будет. Давай, 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 давай. Минус. Давай еще в столб. Не, в забор. Давай в забор, забор, забор. Отвечаю. Ну, такое, да? Если бы разгон был немного побольше. И прям со скорости, сверху, прям в забор. Главное его не перелететь. Все, я думаю, нам разгончика хватит. Сколько мы уже едем? 200. Ну да, там максималка уже есть. Взлетаем, пацаны. Я перелетел. Ну, посмотрим, что будет. Вот это он, конечно, изменился от одного тупо переворачивания, да. Михалыч Семёнычем задолбает своего выравнивать, отвечаю. Собственно, давайте разгонимся и взлетим именно на этом трамплине, еще попасть бы. Я прыгнул, жопу уже завернула. Вот, бля, меня же за 4 кикает, точно. Это мешает, кстати? Это не мешает. А не мешает. Не дал нам смотра полетать и испытать Роллс при выземлении. Хотя три полета мы совершили, уже посмотрели, что с этого может выйти. Последний был самый лучший. Поставьте лайкос, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Напишите комментарии, свое мнение, что вы думаете об этой серии. Что бы хотели добавить, что возможно убрать. Либо какие тачки на краш-тесте вы бы хотели увидеть. Я все читаю, все лайкаю, всем отвечаю. Ну, на этом все. Всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.